Илья Степанов, тренер Центра развития IT-образования МФТИ, бронзовый медалист ICPC World Finals. Привет, Илья. Как слышно? Здрасте, слышно. Да, отлично. Ну что, приступим? Да, я готов. Если все готово, то я приступаю. Всем добрый день. Давайте приступать. Значит, у нас было 7 задач, если я не ошибаюсь. Давайте мы потихонечку их начнем разбирать, начиная с самых простых. Так, и, значит, без лишних слов начнем с задачки А. Задачка А была такая. У нас было N чисел. Так, секунду. Было N чисел, а 1 и так далее, а N. Можно было за одну операцию взять и развернуть какой-то подотрезок, сделать реверс на подотрезке. Нужно было при этом максимизировать максимально возможное значение суммы двух подряд стоящих элементов, двух соседей. Вот. Ну, задача решается очень просто, а именно нужно просто выбрать два максимальных элемента и вывести их сумму. Найти два максимальных элемента и вывести их сумму. Так, ну как реализовать такое решение? Во-первых, можно было просто устроить сортировку всех элементов за n log n, например, да? Например, можно сделать это за n log n. Обычно мы всегда сорт, когда мы найдем все, ну, мы отсортируем все элементы в массиве, в частности, тогда будем знать максимальный и предмаксимальный, нужно будет просто вывести сумму двух последних элементов. Либо это можно было сделать за линейное время, сначала найти максимальный элемент, потом найти предмаксимальный двумя линейными проходами. Сначала проходим, находим позицию максимума, потом запоминаем, что эту позицию брать нельзя, и опять проходим, ищем максимальный элемент среди оставшихся, выводим их сумму. Вот. Ну и почему это корректно? Потому что ясное дело, что ответ не может быть больше, чем сумма двух максимальных, да, потому что мы можем выбрать обязательно два каких-то элемента соседние. Ну, понятно, что сумма двух соседних не больше, чем сумма двух максимальных. Просто нельзя получить ответ больше, чем сумма двух максимальных. Ну и, с другой стороны, такой ответ всегда можно получить, потому что если два максимальных элемента – это ита и житый, тогда можно, скажем, развернуть вот такой вот подотрезок с и плюс первого элемента по житый и получить, что аита и ажитая будут соседними, но, соответственно, все, что было здесь, оно вот как-то так развернется, но нам это не важно. Главное, что два максимальных стали соседями. Вот и все решение. Если есть какие-нибудь вопросы, то, пожалуйста, буду рад ответить. Вопрос? Так, хорошо. Тогда едем дальше. Задача Б. Про префиксные удаления. Значит, была какая-то строка длины n. На каждом шаге мы делали следующее. Мы выбирали самый длинный префикс, который еще где-то в строке встречается. Значит, ну там где-то правее или, скажем, вот так вот пересекаясь, можно было выбрать максимальный префикс и его удалить. Нужно проделать вот эту операцию, пока есть хотя бы один такой префикс положительной длины, и вывести, что получится в конце, после многократного применения такой операции, пока у нас не окажется так, что ни одного префикса нельзя удалить. Вот, ну, можно рассуждать, например, следующим образом. Давайте вместо того, чтобы удалять максимально возможный префикс, будем удалять просто префикс длины 1. Потому что если, скажем, на каком-то шаге мы можем удалить, ну, там, не знаю, 4 символа, скажем, А, Б, С, А, которые еще где-то встречались, да, то есть, соответственно, скажем, вот здесь была еще такая же подстрока ABCA. Тогда вместо того, чтобы удалять за один раз 4 символа, давайте мы их удалим по одному. Сначала удалим эту ашку, потом эту бэшку, потом эту цэшку, потом эту ашку. Ну и поскольку, если изначально эта подстрока где-то встречалась правее в моем тексте, то, соответственно, ну, получается, что в частности каждый символ из этого префикса встречался где-то правее в нашей строке. То есть если мы просто будем идти слева направо и вот так вот их удалять, значит, мы, ну, по сути, получим то же самое. То есть если мы сделаем столько же итераций, какая была длина у этого префикса, который мы удалили, то получим ту же самую строку. Поэтому можно было удалять не максимальный префикс, а просто префикс длины 1 всегда. Ну, а дальше задача становится совсем простой. У вас есть строка, нужно проверить, входит ли первый символ где-то еще в вашу строку. Если да, то перейти к следующему и так далее, пока вы не придете к самому левому символу, который не встречается нигде правее. Поэтому, ну, а это уже можно реализовать как угодно. Значит, давайте еще раз напишу, что, какой будет результат. Результат – это… Значит, если вот это наша исходная строка, то результат – это всегда некий суффикс,
то есть несколько последних элементов моей строки. Так что вот этот вот элемент – это самый левый символ, который не встречается правее. Самый левый символ, который не встречается правее в нашей строке. Не встречается правее. То есть для каждой буквы английского алфавита от А до Z, для всех 26 букв, нужно, скажем, найти самое правое вхождение, последнее вхождение такой строки, и вывести среди них самое левое. Найти самый левый символ с... Значит, среди всех символов найти такое, у которого самое левое последнее вхождение, и вывести результат строки, начиная с этого вхождения до конца. Время работы здесь линейно, ну, можно сказать, там, n умножить на 26, где 26 – это размер алфавита. Вот, за линейное время эту задачку можно решить. Кажется, все, вопросы? Ребят, есть вопросы? Так, ну, я предполагаю, что нет. Угу, хорошо. Тогда едем дальше. Задача С про торт, который разрезали. Что было? У нас был изначально какой-то большой торт, и мы его резали многократно на куски. Значит, что мы могли сделать? Это взять произвольный кусочек некого целого веса W, больше, чем двойка, и вместо одного большого куска веса W положить два кусочка веса W пополам, поделенное вниз, и W пополам, поделенное вверх. Ой, писал скобочки. W пополам, округленное вверх. То есть мы один кусок разрезаем на два куска примерно равного размера, вот именно с W пополам вверх и вниз округленное. И, значит, мы знаем, что у нас изначально был какой-то кусок торта неизвестного веса, скажем, W большое. Потом мы применяем n-1 разрез к нему, то есть сначала его разрезаем, потом один из двух кусочков выбираем, его режем вот по этому правилу и так далее, и так далее. И в итоге получается некий массив 1 и так далее an. Массив весов кусочков в самом конце. И нам нужно было понять, существует ли какое-то вот это исходное W большое и такая последовательность разрезов, чтобы получить ровно такой набор весов всех кусочков. 1 и так далее, AN. Ну что ж, значит, первый шаг тривиальный. Очевидно, что W большое – это просто сумма наших ашек. Потому что когда мы делаем вот такое преобразование, когда мы разрезаем один кусок торта W на W пополам вверх и вниз округленное, то у меня сумма не меняется. То есть когда я режу кусок торта, у меня на ноже не остается никаких граммов торта, да, он вот прям целиком идеально разрезался, и как бы масса сохранилась. Поэтому, ну, то есть это легко проверить, что сумма вот этих вот двух чисел равна W. Легко проверить, просто перебрав, скажем, четность W. Вот, ну, понятно, что это... В общем, масса никуда не теряется. Поэтому если мы знаем, какая масса суммарная в конце всех кусочков, то мы знаем, какая она была в начале. Значит, W большой – это просто сумма всех ашек. А дальше работает что-то в стиле жадного алгоритма. Ну, вот смотрите, давайте посмотрим на этот массив. Понятно, что первое действие у нас однозначно определено. Нужно вот этот кусок размера W поделить на два куска размеров W пополам, округленное вниз и округленное вверх. А дальше смотрите, вот предположим, что это вот число где-то в наш массив входит. Пусть оно там где-то есть. Тогда я утверждаю, что можно сразу договориться, что мы этот кусок не разрезаем и говорим, что вот он, это один из кусков, который мы получаем в самом конце. То есть если мы уже получили некий кусок, который по весу равен одному из тех кусков, которые надо получить, то можно сразу сказать, ага, мы его больше не трогаем, это часть нашего ответа. То есть дальше мы его не разрезаем. Не разрезаем, если он же где-то присутствует. Ну, действительно, потому что если бы его, скажем, куда-то дальше начали резать, то его бы размер уменьшился, значит, мне нужно было бы из какой-то другой ветки получить это самое W пополам. Ну, то есть если бы я его получил где-то здесь, то, ну, давайте тогда вместо того, чтобы делать разрезание вот этого куска, я буду делать разрезание вот этого куска. Да, то есть если у меня алгоритм не такой, и он пытается разрезать вот этот W пополам, то можно так алгоритм перестроить, чтобы эти разрезания происходили позже, ну, в общем, применимо к другому куску. Поэтому идея такая, что если мы вот так вот режем, и в какой-то момент получили кусок, вес которого равен одному из вот этих вот аитых, тогда мы говорим, что ага, вот совпало, мы получили один из нужных нам кусочков, дальше его не разрезаем. А разрезаем только те, которые не лежат в множестве необходимых ашек.
Да, то есть, например, если вот это вот какой-то аите, то мы аите отсюда вычеркиваем и говорим, что это больше не разрезаем. А этот, если не равен ни одному из аитых, то мы его продолжаем разрезать по нашему правилу. Да, что если есть какой-то вес кусочка, то мы знаем, как он разрежется после применения нашей операции. И дальше делаем то же самое, что если один из кусочков лежит в массиве А, то мы его фиксируем, да, говорим, что это один из элементов ответа и больше его не разрезаем. Иначе мы его продолжаем разрезать, пока, собственно, не получим необходимый массив А. Итоговое решение будет таким. Значит, давайте мы сложим, ну, здесь можно, скажем, в какую-нибудь очередь с приоритетом или мультисет использовать, значит, priority queue на максимум. Или мультисет. Здесь можно использовать любую структуру из этих двух. Значит, priority queue или мультисет. В первой куче, давайте назову А, у меня будет храниться список вот этих самых ашек, которые мне даны в инпуте, а во второй куче изначально будет просто одно число W большое, которое равно суммарному весу всех моих объектов. И дальше алгоритм такой, что давайте мы извлекать из B максимальный элемент. Если он равен одному из А, то мы его, соответственно, удаляем и из А, и из Б, а иначе мне нужно его поделить на две части. Значит, алгоритм будет примерно такой. Пока B, так, пока неверно, что B.empty, и неверно, что A.empty, то есть мы делаем примерно следующее. Пусть X – это максимальный элемент в А, а Y – это максимальный элемент в B. Ну, и здесь, значит, три случая. Значит, если Y меньше, чем X, то мы проиграли, то мы обязаны сразу напечатать no и сделать return, потому что в этом случае означает, что ответа не существует. То есть, смотрите, да, вот мы понимаем, что если мы сейчас смотрим на максимальный элемент, и он меньше, чем максимальный элемент, который, ну, один из тех максимальных, которые нужно получить, тогда мы понимаем, что мы этот x больше никогда не получим, да, потому что если мы будем продолжать делать разрезы в множестве b, то никогда x, вот этот самый, мы не получим. А нам надо его получить, критично важно, поэтому, значит, надо напечатать no, да, и завершиться. В этом случае мы ответ получить не можем. Значит, иначе, если y равно x, то мне, как мы уже договорились, да, что если есть, что если мы уже получили кусок торта веса одного из необходимых, тогда нужно просто его удалить и перейти дальше. Значит, в этом случае мы просто удаляем x из A и из B. Ну и, наконец, последний случай, если y больше, чем x, тогда понятно, что этот кусок слишком большой для нашего результата, для нашего результирующего массива, значит, его необходимо разрезать. То есть, как ни старайся, его нужно разрезать. Если стратегия существует, то обязательно этот кусок надо резать. Ну, поэтому мы скажем, что удаляем Y из B и вставляем Y пополам округленное вниз и Y пополам округленное вверх в тот же самый массив B. Ну, вот, собственно, такой алгоритм. Можно еще отдельно, значит, если не очевидно, за сколько это работает, можно еще отдельно потребовать, что если в какой-то момент становится мощность B больше, чем мощность A, то тогда тоже надо сделать print null. Да, если мы вдруг так режем, и в какой-то момент у нас кусочков уже больше, чем нужно, то значит гарантированно мы уже не сможем получить необходимый нам массив. Да, у нас уже слишком много кусков, чтобы получить данный массив A. Вот, и отсюда следует, что время работы будет n log n, потому что, скажем, вот с этим вот ограничением очевидно, что суммарное количество разрезов у нас будет максимум n, потому что каждый разрез увеличивает количество кусочков на 1, а раз в конце их должно быть ровно n, то значит разрезов, которые мы делаем, но ровно n минус 1 должен быть. Значит, разрезов n минус 1, и все вот эти операции, да, там удаляем и вставляем, они работают за логарифм, если мы работаем в, соответственно, очереди с приоритетом или в мультисете. Это структура данных, которая позволяет нам удалять, ну, и там находить максимальный элемент за логарифм, а также делать вставку произвольного элемента за логарифм. Все, если в самом конце мы дошли до пустых A и B, когда они пустые, ни разу не нашли противоречия, то есть не вывели print no, return 0, ни разу не сделали, значит, в конце получается, что мы целиком из исходного массива B получили искомый массив A. Победа, значит, нужно вывести yes. Так, на этом с C мы разобрались. Слушаю вопросы, если есть.
видимо, нету. Отлично. Вопросов нет, Илья. По крайней мере, спасибо. У нас в студии. Угу, спасибо. Так, тогда продолжаем с задачкой D. Что здесь было? Здесь было про зелье, которое надо было сварить в данной пропорции. Значит, у нас есть ингредиентов. И N-1 правило такое, что если мы добавляем сколько-то граммов, если мы в зелье имеем сколько-то граммов итого ингредиента и сколько-то граммов жидкого элемента, то они обязаны соотноситься как x к y. Да, их там, объемы или их масса должны соотноситься в данной пропорции. Вот есть N-1 такое правило. Гарантируется, что при этом однозначно, да, то есть вот эти вот N-1 правила однозначно задают все пропорции, ну, в общем, между всеми ингредиентами. Иными словами, у каждого ингредиента, исходя из этих правил, однозначно вычисляется его пропорция во всем зелье. То есть какая масса его по сравнению со всем зельем однозначно определяется. И нужно было узнать, какое минимальное суммарное количество, какую минимальную суммарную массу все ингредиенты должны иметь, чтобы получилось зелье, удовлетворяющее всем правилам, и при этом количество граммов каждого зелья было бы целочисленным, что все массы у нас целочисленны. Вот такая задача. Значит, ну, первое очень простое наблюдение, что если у нас есть N-1 правило, которое однозначно задает все пропорции, то это значит, что у нас на самом деле дано дерево на наших N-ингредиентах. Если мы ингредиенты будем рассматривать как вершинки, то на самом деле у нас просто есть дерево какое-то на них. Да, если я соединяю ребром и ту житую вершинку и пишу на ней, там, вот есть ита и житая вершина, пишу на них пропорцию какой-то xy, это как бы значит, что аита должно относиться к ажитому так же, как x относится к y. Ну и если бы у нас это не было деревом, то, соответственно, у меня бы граф был какой-то несвязанный, да, там что-то вот такое и вот такое. Ну тогда понятное дело, что никак невозможно отсюда извлечь информацию о том, в каком соотношении находятся вот эти вот ингредиенты из разных компонент связанности, да, из разных кусков. Значит, у меня есть какая-то неоднозначность, поэтому, да, условие не выполняется. Невозможно извлечь, в какой пропорции должны быть все пары ингредиентов. Вот, значит, у меня есть обязательно связанный граф, но если есть связанный граф на одном ребре, то это обязательно дерево. Итак, значит, задачу можно переформулировать так. Есть какое-то дерево, на каждом ребре написано некоторое соотношение, да, значит, тут там x. Давайте я напишу здесь x1 к y1, тут x2 к y2, x3 y3, x4 y4. Ну и, соответственно, дробь, которая написана на ребре, означает следующее. То есть если я прохожу сверху вниз по ребру, то масса первого к массе второго, да, верхнего к нижнему, должна соотноситься так же, как вот эта самая дробь, x к y. И нужно найти минимально возможную суммарную массу всех вот этих ингредиентов. Вот. А дальше уже какая-то простая теоретико-числовая задача у нас появляется. Смотрите, давайте я скажу, что я в корне, то есть я подвешиваю мое дерево за произвольную вершину, говорю, что там главным ингредиентом является произвольный ингредиент, скажем, номер один. Пусть вот этого ингредиента ровно r граммов я кладу в свое зелье. Тогда, если вот здесь у меня написано дробь x1 y1, то масса вот этого вот ингредиента второго должна быть, видимо, y1 x1 r1. Да, потому что теперь, если я поделю вот это вот на это, то я как раз получу, да, наоборот, перевернутую дробь x к y, значит, необходимое вот это соотношение выполнено. То же самое здесь. Если здесь была написана какая-то дробь x2, y2, то здесь масса вот этого ингредиента, который добавляю в зелье, это в точности y2 к x2 умножить на r. Тут что у меня было? x3 к y3. Если я знаю массу вот этого ингредиента, то масса этого ингредиента равна y3 к x3 умножить на y2 к x2 r. Ну и, наконец, здесь давайте уж напишем. Здесь тогда масса равна y4 к x4 умножить на y2 к x2. Вот. И, соответственно, у меня было требование, что все эти числа, которые я написал, должны быть целыми. Да? Это целое. Ну и чтобы минимизировать сумму, мне нужно, на самом деле, просто минимизировать r, потому что все остальные... То есть если у меня r фиксировано, то суммарный объем всего зелья растет как линейная функция от r, да, то есть там будет r на что-то типа 1 плюс y1 к x1 плюс y2 к x2, ну плюс так далее. По всем вершинам надо пройти, сложить эти дроби. Это константа, поэтому чтобы минимизировать суммарный объем зелья, нужно просто минимизировать r. Хорошо, значит, минимизируем r.
Итак, задача свелась к следующей. Нужно найти минимальное целое положительное R, такое, что все вот эти вот числа тоже целые. Вот эти все числа тоже целые. Все вот эти числа тоже целые. Хорошо, давайте тогда напишем, какие у меня получаются ограничения из этих вот x и y, а мое r, и, собственно, оттуда получим ответ. Значит, ну смотрите, что, например, означает, что y1 к x1 целое, y1 к x1 умножить на r целое. Это значит следующее. Вот давайте мы, скажем, y1 и x1 разложим на множители, разложим на все простые множители. И вот пусть какой-то простой p входит в степень, скажем, альфа в y и бета в x. Это вот какой-то конкретный простой я рассматриваю. Тогда это означает, что если, скажем, альфа меньше, чем бета, то r должно делиться на p в степени бета минус альфа. Да, еще раз, я выбрал какое-то произвольное простое p, произвольное число p простое, рассмотрел степень его вхождения в числитель или в знаменатель, p в альфа и p в бета. Если после домножения на r это целое число, то обязательно мне нужно, ну, по крайней мере, с простым p все уравновесить. Значит, если альфа меньше бета, то мне нужно, чтобы r делилось хотя бы на p в степени бета минус альфа. А чтобы это число было целым, у меня все должно быть хорошо по простому p. Иначе, если r не делится, то получается, что в знаменателе будет p, который ничем не сократится, и число будет не целым. Вот. Поэтому, на самом деле, каждое простое число, то есть если я раскладываю вот это x и y на множители, рассматриваю их степени вхождения в числитель и в знаменатель, то мне, на самом деле, каждое простое просто дает некоторое ограничение, что r должно делиться на данную какую-то степень простого. На какую-то степень простого. Вот. И остается тогда просто пройтись как-нибудь по нашему дереву, сохраняя все вот эти вот информации про, там, в какой степени входит каждое простое в текущую дробь, и найти для каждого простого максимальную степень, да, на которую r должно делиться. Вот. И, собственно, дальше уже ответ высчитывается очень просто. Итак, значит, тогда делаем следующее. Во-первых, мы находим все простые, не больше, чем 10 в пятой, так, или там 2 на 10 в пятой, или скорее. Вот, потому что нам гарантируют, что все x и y не больше, чем n, n не больше, чем 2 на 10 в пятой, значит, все простые, с которыми, в принципе, могут быть какие-то проблемы, да, что там что-то на что-то не делится, они все не больше, чем 2 на 10 в пятой, потому что x и y не происходит этой границы. Значит, мы находим все простые, скажем, каким-нибудь там решетом эратосфена, А дальше спускаемся просто по дереву, для каждого простого считаем, в какой степени он входит в числитель или в знаменатель, и если в знаменатель он входит в большей степени, чем в числитель, то тогда на r нужно наложить какое-то ограничение, да, что оно должно делиться хотя бы на какую-то, да, на данную степень такого-то простого. Вот. Ну а дальше уже там какие-то технические детали. Да, давайте я заведу некий вектор, значит, для каждого простого. Храним. Ну, во-первых, я напишу, значит, degot p. Это на какую степень вхождения в y минус степень вхождения в x. И еще я храню requirement от p. Это на какую степень p должно делиться число r. Ну и, наконец, последний шаг. Когда я прохожу с помощью какого-нибудь, скажем, DFS по нашему дереву от какой-то одной вершины V к какому-то сыну ту, тогда мне что нужно сделать? Вот у меня здесь, да, появляется какое-то соотношение x к y. Мне, соответственно, нужно разложить x, y на множители. Дальше, для всех вот этих множителей, которые входят в разложение x или y, мне нужно подправить дег p, то есть исправить баланс по степени каждого простого. Вот если в x какое-то число входит, значит, нужно увеличить там на единичку степень вхождения в x. Если что-то входит в y, то нужно увеличить на единичку степень вхождения в y. Вот. Ну и затем, когда мы рассмотрели целиком вот это вот ребро x к y, мне нужно обновить requirements и все требования. В том смысле, что если, скажем, вот какое-то простое здесь появилось, такое, что оно наложило какое-то новое ограничение, то есть, скажем, дег стало, что получается, сильно отрицательно, да, что если оно в числитель входит в степени меньше, чем в знаменатель, тогда мне нужно сделать requirement от p равно максимум из requirement от p и минус дег от p.
То есть, еще раз, да, если у меня диаг от p, скажем, минус 3, это означает, что в числитель p входит в степени на 3 меньше, чем в знаменатель. Значит, чтобы этот дисбаланс исправить, мне нужно, чтобы r делилась хотя бы на третью степень этого самого p. Ну, поэтому я делаю просто вот такое вот обновление для каждого простого, который сейчас входит в x или в y. Вот. Ну и потом, значит, я рекурсивно запускаюсь от ту, и чтобы завершить этот DFS, мне нужно подняться как бы наверх, и, соответственно, нужно опять разложить x, y на множители и, наоборот, отменить вот этот проход по ребру. То есть если раньше я для каждого x делал плюс 1, то теперь я, для каждого простого в разложении x делал плюс 1 к дег, то теперь я буду делать минус 1, потому что теперь я вот это вот ребро как бы отменяю, мне нужно те изменения к массиву дег, которые я делал, нужно все их отменить тоже. На этом, кажется, все. Значит, в конце мы получаем список всех требований на наше R, то есть на какие степени простых нам необходимо делиться, ну и на самом деле достаточно делиться, чтобы все числа были целые. Ну а дальше уже завершение простое. Если у меня есть список всех простых, для каждого простого знаю степень, в которой его нужно взять, то нужно просто там бинарно возвести в степень по модулю, перемножить и вывести в качестве ответа. Ну это там будет R, еще нужно все остальные числа тоже вычислить. Это уже не сложно. Так, есть ли какие-нибудь вопросы по вот этой задачке? Есть ли вопросы, ребят? Асимптоточку давайте посчитаем. SQRTN, если не ошибаюсь. Ну, корень здесь на самом деле не нужен, потому что, смотрите, как можно, например, писать решторитосфена. Вроде там асимптотика будет что-то типа nlog. Значит, решторитосфена можно писать так, что оно для каждого числа подсчитывает твой минимальный делитель. Минимальный простой делитель D. И дальше, если нам нужно разложить какое-то число на множители, то мы просто можем откусывать многократно его минимальный делитель, и пока оно не станет единицей. Тем самым мы, на самом деле, можем разложить число на множители не за корень, а за логарифм. Потому что каждый раз мы откусываем хотя бы один простой делитель, ну и простых суммарно может быть максимум, ну, в смысле, делителей простых может быть максимум логарифм. Потому что там 2 в степени логарифм – это уже n. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, разложение за логарифм. Прекрасно. Тогда продолжаем. Задача Е. Вот задача Е как раз будет асимптотика с корнем. Напомню условие. Условие было удивительно коротким. Есть массив целых чисел. Нам нужно изменить минимальное количество элементов в этом массиве так, чтобы массив стал арифметической прогрессией. Изменить минимальное число элементов так, чтобы массив стал арифметической прогрессией. Вот. Ну, еще, значит, было дано, что n не больше, чем 10 в пятой. И все h-ки были от единицы тоже до 10 в пятой. То есть, на самом деле, численные значения всех наших элементов были не очень большие, не больше, чем 10 в пятой. Тогда решение можно сделать следующее. Значит, смотрите. Во-первых, давайте для каждого d, понятно, да, что все такое арифметическая прогрессия, это какая-то последовательность вида там x, x плюс d, x плюс 2d и так далее. Да, x плюс n минус 1d. Тогда давайте сначала научимся решать такую простую задачу. Вот у меня фиксировано какое-то d, и я хочу узнать, какое минимальное количество элементов в исходном массиве нужно изменить, так, чтобы у меня получилась арифметическая прогрессия с шагом d, с разностью между соседними элементами ровно d. Значит, это решается очень просто. Если я хочу получить арифметическую прогрессию с шагом d, да, то тогда давайте вот напишем для каждого элемента ai, какой должен быть стартовый x, чтобы на этом месте получить в точности x. Ну, давайте еще для удобства перенумерую индексацию в 0 индексацию. Так будет приятнее считать. Значит, а0, а1, а минус 1. Тогда, если я хочу как бы сохранить ai на своем месте, хочу его не менять, тогда мне нужно, чтобы x был равен ai минус i умножить на d. Да, потому что, если, скажем, там какой-то вот на этом месте стоит ai, тогда на нулевом месте, на самом первом, на самом левом, должно стоять ai минус i умножить на d. Ну и тогда легко понять, что, значит, что мне нужно. Мне нужно найти такое x,
ну, не так, да, мне нужно выбрать как можно больше аитов, которые я сохраняю, да, которые я не меняю. Это значит следующее. Нужно выбрать как можно больше аитов, для которых вот это вот значение одно и то же. Потому что если у них одно и то же значение, значит, они действительно, ну, как бы, консистентны, да, что они друг другу не противоречат. Действительно, там, если аиты, ажиты и акаты дают все одинаковое значение икса, вот если мы применим к ним такое преобразование, там, ажи минус жд, ак минус кд, то это означает, что они все являются частью одной и той же арифметической прогрессии, где стартовый элемент равен иксу. Да, то есть, не, если мы гарантируем, что первый элемент – это x, а разность равна d, то и ты же ты как, и менять не нужно будет. Вот. Ну и, соответственно, для конкретного d можно решить задачу так. Нужно, значит, для каждого i найти значение i минус i умножить на d и выбрать такое значение вот этой величины, такое значение величины x, которое встретилось как можно больше раз. Ну, давайте какой-нибудь пример нарисую. Там 2, 3, 4, сейчас, момент. 4, вот так, 6, 8. И, например, я пытаюсь получить арифметическую прогрессию с шагом 2. Ну, понятно, что здесь тогда мы получим оптимальную прогрессию вот такую. Но она получается вот как, что мы можем из а нулевого вычесть 0 умножить на d, это получится двойка. Из а второго мы можем вычесть 2 умножить на d, это будет тоже двойка. И из а третьего мы можем вычесть 3 умножить на d, тоже будет двойка. Да, если, ну, там, а для а1 минус 1 умножить на d была бы единица. Соответственно, вот эта двойка получилась трижды. Это означает, что если я в качестве первого элемента поставлю сюда двойку, то я сохраню себе три элемента. А если бы я поставил сюда единицу, то я бы сохранил один элемент, только вот эту тройку. Значит, остается для префиксированного d посчитать вот эти все значения и выбрать из них самое популярное, то, которое мы увидели большее число раз. Тогда ответ можно прорелаксировать значением n минус вот это самое максимальное количество раз, которое мы встретили какое-то значение. Так. Хорошо. Значит, ну вот этот кусочек, когда d фиксировано, можно сделать, скажем, за время n log n. За время n log n. Потому что что, по сути, нужно сделать? Мы вычисляем n значений по вот такой формуле для каждого и вычисляем такое значение, и нужно найти значение, которое мы получили больше всего раз. Ну, скажем, тогда можно сохранить все эти значения, посортировать для каждого числа, посмотреть размер корзинки, то есть сколько там элементов равных этому, и тогда, соответственно, максимальную частоту вывести. Вот. Либо это можно сделать за O от N, скажем, какой-нибудь хэш-таблицей. То есть у меня есть большие числа в количестве N штук. Я их как-то там хэширую, сохраняю в хэш-таблицу размера O от N. И затем, ну, соответственно, там разрешаю как-то коллизии. И потом вычисляю для каждого значения, сколько раз он в этой хэш-таблице встречается. Это было бы за O от N. Вот. Но либо можно еще проще поступить и заметить, что вот это вот значение, да, какие вообще значения может принимать вот это вот число, а и минус и d. Давайте сообразим, какие значения может принимать а и минус и d. Ну, давайте считать, что d не отрицательно, тогда это значение может принимать лежит в таком интервале. Значит, самое минимальное значение – это что-то в стиле 10 в пятой на d, минус 10 в пятой умножить на d, а максимальное значение – это, видимо, просто 10 в пятой. Да, вот это вот достигается, когда вот это вот, ну, там, единица или ноль, а и максимально, и, соответственно, d фиксировано. А вот это вот достигается, когда, наоборот, и равно нулю, а вот это аит и максимально. Вот. Ну и тогда, соответственно, если d не очень велико, тогда мы можем просто завести массив вот с такой индексацией размера, соответственно, ну, примерно 10 в пятой на d, и просто явным образом посчитать, сколько раз каждое число встречается. То есть если d невелико, то можно просто создать массив размера d на 10 в пятой примерно. То можно завести массив размера примерно d на 10 в пятой. Вот так. Да, значит, еще одно замечание, которое можно сделать, что в случае, когда d отрицательно, на самом деле можно разобрать очень просто. Значит, давайте вот мы сейчас решать задачу только когда d не отрицательно, а чтобы потом рассмотреть случай, когда d может быть меньше нуля, мы просто наш массив развернем, сделаем реверс a.begin, a.end, полностью его развернем и запустим тот же самый алгоритм, считая, что d не отрицательно. Потому что если раньше у меня был какой-то вот такой вот убывающая прогрессия с отрицательным шагом, то когда я ее разверну, у меня наоборот получится возрастающая прогрессия с положительным шагом. Значит, достаточно просто запустить наш алгоритм два раза,
на массиве слева направо идущем и справа налево. Поэтому давайте я буду считать, что D всегда у меня не отрицательный. Итак, значит, если D невелико, то можно вот за такое время такой массив завести и, соответственно, его посчитать в нем число вхождений всех чисел. В итоге мы тогда сделаем следующее. Если D не больше, чем корень из 10 в пятой, тогда мы делаем вот такой вот алгоритм, да, что мы явно проходимся по этому массиву, считаем i минус и d, складываем все в вот этот большой вектор и находим там максимальное количество, максимальную частоту как какого-то значения. Значит, тогда за от n времени и от dn памяти мы можем решить задачу. Да, потому что нам нужен массив размера примерно d умножить на n, и за линейное время по времени, ну, собственно, по количеству операций мы это выполняем. Итого, значит, первая часть алгоритма такая. Просто наивным образом, для всех d не больше, чем, ну, там, 316, да, это примерно корень из 10 в пятой, мы просто запускаем вот тот алгоритм, который был выше. Да, тогда время работы будет n на корень из 10 в пятой. Потому что для каждого конкретного d мне нужно линейное время, чтобы найти самый популярный элемент после вот этого преобразования. Ну, собственно, я вот за это время это делаю. Это нормально. Значит, второй шаг, второй этап нашего алгоритма, когда d больше, чем 316, тогда работает следующее простое соображение, что если d настолько велико, то есть у меня достаточно быстро, ну, достаточно сильно меняются элементы в моем массиве, то на самом деле то количество, те элементы, которые у меня сохраняются и не меняются, да, то есть те h-ки, которые я не меняю из исходного массива, и которые остаются в арифметической прогрессии, их на самом деле не очень много, во-первых. Во-вторых, они все лежат в небольшом окошке длины максимум 316. Ну вот потому что представьте, да, что у меня там какая-то прогрессия получилась с очень большим наклоном, да, pardon, возрастающая она будет у меня, с очень большим наклоном, да, больше, чем 316. Тогда понятно, что, ну, вообще, какие числа я могу сохранить. Я могу сохранить какие-то h-ки, которые попадают на вот эту прямую, соответствующую, ну, как бы, графику арифметической прогрессии. И, ну, понятно, что, по сути, меня интересует просто, сколько на этой прямой может быть точек, которые равны одному из аитых. Ну, поскольку это достаточно быстро растущая прямая, то здесь вообще точек, которые не превосходят 10 в пятой, их не больше, чем 316. Точек на этой арифметической прогрессии со значением не больше, чем 10 в пятой, их не больше, чем 316. Ну, потому что у меня есть вот такой большой шаг. Соответственно, когда я перехожу от одного элемента к другому, я увеличиваю текущий элемент хотя бы на 316. Следующий будет хотя бы 316 умножить на 2 и так далее, и так далее. Поэтому количество сохраняемых значений, сохраняемых элементов исходного массива не больше, чем вот это самое 10 в пятой делить на 316, то есть 316. Не больше, чем корень из 10 в пятой. Поэтому, значит, второй этап алгоритма такой. Достаточно рассмотреть все подотрезки длины 316 и считать, что сохраняемые элементы лежат только в этом вот подотрезке. Да, что все остальные я меняю и стараюсь сохранить, то есть не менять как можно больше элементов из вот этого маленького подотрезка длины 316. Вот, ну давайте. Это можно решить многими способами. Я, например, делал так. Значит, смотрите, вот я фиксирую какой-то отрезок длины, скажем, там 316, и я говорю, что все сохраняемые элементы лежат строго в нем. Ну тогда, понятное дело, что можно любое аито сохранить и тем самым сэкономить одну операцию. Давайте предположим, что у меня аито фиксировано, да, и попытаемся узнать, можно ли ажитое поставить таким, как вот, ну, не менять, можно ли не менять ажитое. Если ажитое не меняется, тогда мы точно знаем d. D равно aj минус ai поделить на j минус i. Так что если у меня фиксировано и ai, и aj, тогда я точно знаю разность моей арифметической прогрессии, что между ними шаг, если между соседями шаг d, то они отличаются, ну, вот как раз вот d такое. Хорошо. Значит, тогда достаточно сделать следующее. В каждом вот таком отрезке длины 316 мы перебираем а и т, затем по всем остальным проходимся, пусть вот все остальные это ажитые, да, мы делаем там цикл по g в этом окошке, и считаем для всех g вот это значение d. И выбираем то из значений d, которое наиболее популярно. Да, то есть опять, если я хочу сохранить как можно больше элементов ажи, то я для каждого выбираю, ну, то есть высчитываю, какое должно быть d,
и нахожу самое популярное из них. Нахожу из них самое популярное, оно как раз сохранит мне максимально возможное число элементов. Получается, что время работы на вот таком одном окошке длины 316 будет примерно 316 в квадрате, потому что мне нужно перебрать аито, да, какое я гарантированно фиксирую, и затем все остальные в качестве жи, вот еще один цикл по этому окошку длины 316 тоже перебрать, найти вот это значение, если оно целое, то сохранить там опять какую-то табличку и найти максимально вот самое популярное D, которое мы нашли. Вот. На самом деле, вот тут еще одна небольшая тонкость, что окошко, которое я буду рассматривать, оно имеет размер не 316, а 2 на 316. 2, ну то есть это там примерно, сколько это будет, 628. Потому что теперь, если я буду рассматривать вот такие окошки длины 628, так, секунду, мне будет достаточно рассмотреть около 316 таких окошек. Вот почему, смотрите, вот это был исходный массив длины n. Давайте я в нем нарисую окошко длины 628. Все окошки с шагом 316. Вот такие вот окошки я нарисую. В каждом из этих окошек я запущу вот такой квадратичный алгоритм. То есть я считаю, что все сохраняемые элементы лежат внутри окошка, тогда я за квадрат могу найти, какое максимальное число элементов я могу сохранить. Ну а дальше вспоминаем, да, что на самом деле у меня сохраняемое окошко, оно на самом деле имеет длину не 628, а так, я не смог умножить, да, видимо, 632, пардон, я не умею умножать сегодня, 632. Ну, это не важно, какие-то константы, их можно всегда подправить в коде. Так вот, мы-то с вами знаем, что если какой-то подотрезок элементов сохраняется, то он на самом деле имеет длину максимум 316. Поэтому мы обязательно его целиком рассмотрели. Да? То есть как может выглядеть окошко длины 316? Но оно обязательно целиком входит хотя бы в одно из вот этих окон длины 632. То есть оно либо, скажем, целиком где-то тут лежит, либо, да, то есть это сюда относится, там. Вот это сюда относится. Короче, любое окно длины 316 гарантированно целиком лежит хотя бы в одном из этих рассмотренных окон длины 632. Поэтому итоговая асимптотика вот этого второго шага нашего алгоритма будет n поделить на 316 умножить на 632 в квадрате. Это с точки зрения асимптотики то же самое, что n на корень из 10 в пятой. Потому что это корень из 10 в пятой, это корень из 10 в пятой в квадрате, они сократятся, будет как раз умножить на корень из 10 в пятой. Вот, получились две части одинаковой асимптотики, и это будет в итоге асимптотика итогового решения. Кажется, все. Вопросы? Есть вопрос. Давайте. Сейчас, секунду. Угу. А какой получается, может быть, минимальный ответ для массива с n равно 10 в пятой? А какой минимальный ответ? Ну, вообще говоря, 0, потому что если у вас исходный массив – это арифметическая прогрессия, то в ней ничего менять не нужно, и нужно просто вывести 0. Есть ли еще вопросы? Больше вопросов нет. Спасибо, тогда продолжаем. Так, задачка F. Задачка F. Тут, скорее всего, я довольно быстро ее разберу, потому что это отсылка просто к одному очень известному алгоритму. F была следующая. У нас есть строка S длины 2 в степени n, состоящая из там, маленьких латинских букв. Для произвольного g, для произвольного целого g от 0 до 2 в n минус 1, мы могли задать строку. Давайте я буду обозначать T от g. Она тоже состояла из 2 в n символов, это 0 и так далее, t с индексом 2 в n минус 1, и определялась по такому правилу, t с индексом i равно t с индексом, sorry, s с индексом x or g. То есть мы фиксируем какой-то g, к каждому индексу исходной строки мы делаем вот это преобразование, и меняется на x or g, и это сохраняем на место ti. То есть вот это вот ti, t равно s от x or g. И наша задача была найти минимально возможное вот это вот t от g, по всем возможным значениям g. Лексикографически минимальное вот это вот ксорирование, как оно называлось в условии, лексикографически минимальное вот это вот преобразование исходной строки нужно получить. Решение следующее. Мы на самом деле что будем делать? Мы не просто найдем минимальное, лексикографически минимальное t от g, а на самом деле отсортируем в порядке возрастания все возможные вот эти вот t-шки. То есть мы получим перестановку всех возможных g, g0, g1 и так далее, g с индексом 2 в n минус 1,
То есть это перестановка всех чисел от 0 до 2v на минус 1. Такая, что t от g0 меньше либо равно t от g1, меньше либо равно t от g2 и так далее. То есть мы получим на самом деле сортировку, да, вот в этом отношении, в этом смысле, получим сортировку всех возможных вот этих вот сдвигов, всех возможных ксорирований. И будем это делать по аналогии с алгоритмом построения суффиксного массива. Алгоритм построения суффиксного массива. Значит, а именно, мы будем поддерживать вот эту вот перестановку, и так же, как в алгоритме построения суффиксного массива, будем поддерживать разбиение на классы эквивалентности. То есть также у нас будет там c0, c1 и так далее, c с n, x на 2v на минус 1. Класс эквивалентности, да, что это значит? Ну, вот, значит, что такое c0? Это то, то есть, как бы, ну, смотрите, в этой перестановке у меня какие-то строки могут быть равны, скажем, t от g0 равно t от g1, а дальше идет строго меньше, скажем, тут равно, а тут строго меньше. Тогда мы говорим, что вот эти первые две строки относятся к нулевому классу, а следующий уже к первому. То есть мы, по сути, не только храним перестановку, чтобы они были меньше либо равно в порядке сортировки, но еще и как бы сохраняем, где равенство, где неравенство. Так интуитивно, да, что мы сохраняем, к какому классу относится каждая строка. Так что равные строки относятся к одному классу, а если они различные, то отношение, вот это лексикографическое отношение между ними, такое же, как между их классами эквивалентности. Да, что одна строка меньше другой, если только если номер класса первого меньше, чем номер класса второй. И будем это делать так же, как в алгоритме построения суффмасса, по степеням двойки. Значит, будем, значит, для каждого k поддерживаем перестановку g и классы эквивалентности c такие, что у меня будет вот такое вот, вот такая сортировка, где сравнение происходит только по первым два вката символа. Сравнение по первым два вката символам всех строк. То есть так же, как в суффмассе, как у нас работает суффмасс? Сначала мы сортируем все подстроки длины 1, затем все подстроки циклической длины 2, длины 4, 8 и так далее. Здесь то же самое, да, что у меня есть как бы все возможные ксорирования, и я от них оставляю только префиксы, только вот начальные отрезки длины 2 вкаты по всем возможным степням двойки. Значит, ну база там тривиальна. Если k равно нулю, то мы, по сути, все ксорирования сортируем по первому символу. Для этого достаточно там для каждого g, нужно просто понять, что такое t нулевое от g, что такое нулевой символ в житой строке. Ну, это там s житая, да, на самом деле просто. Поэтому после того, ну, когда k равно нулю, мне нужно просто посмотреть, какой символ окажется первым для каждого g, какой символ окажется первым в моей строке t, результирующей. Ну, дальше посортировать, это понятно, нужно просто сначала написать те g, для которых sg равно a, потом те же, для которых g равно b, и так далее, до z. И классы эквивалентности тоже тривиально выставляются. Те, которые h-ки – это нули, b-ки – это единицы, c-ки – это двойки и так далее. Вот. А дальше, как делать переход от k к плюс 1? Вот представьте, что у нас есть сортировка всех t-шек в порядке возрастания, если мы рассматриваем только первые два вкаты символов, а теперь я хочу посортировать их, если можно рассматривать 2 в k плюс 1 элемент. Тогда мне нужно понять, как выглядят первые 2 в k плюс 1 символов в строке tg. Ну, понятно, что первые 2 вкаты – это просто первые 2 вкаты элементов в строке tg. А вот это, можно сказать, что это первые 2 вкаты элементов строки tg xor 2 вкаты. tg xor 2 вкаты. Потому что если я рассмотрю t от g xor 2 вкаты, как она отличается от tg того? Мне нужно просто, значит, ну да, то есть давайте попытаемся понять, как отличается tg от tg xor 2 вкаты. Ну, кто стоит, скажем, на нулевом месте вот в этой строке? tg xor 2 вкаты нулевое. Это, соответственно, s с индексом g xor 2 вкаты. Это то же самое, что t нулевое от... Нет, не так, пардон. 2 вкатой от g. Вот так. То есть что я здесь написал? Я написал, что первый символ вот здесь, первый символ вот этой строки равен на самом деле 2 вкатому символу строки t в житой.
Дальше. Первый символ строки вот этой вот будет равен символу с номером 2k плюс 1 вот этой строки. И так далее. То есть, на самом деле, когда я меняю g на g 42k, я, по сути, ну, вот на этом начальном отрезке, я, по сути, просто поменял местами первые два блока длины 2k. То же самое у меня, на самом деле, произойдет со всеми остальными. Там, третий, четвертый поменяется, но это уже не важно. Главное, что вот эти вот символы, вот эта вот вторая часть моей строки, она является префиксом одного из ксорирований меньшей длины. Да, то есть она является префиксом какого-то другого ксорирования длины 2 вкаты. Ну а для всех таких ксорирований по длине 2 вкаты я уже знаю, какому классу эквивалентности оно принадлежит. Поэтому, чтобы задать однозначно первые 2 вка плюс 1 символов строки tg, мне нужно написать, какому классу принадлежит вот эта вот житая строка, да, cg на предыдущем шаге, и какому классу принадлежит строка с номером g 42 вкаты. Это, соответственно, да, какой класс эквивалентности у вот этой строки, если она рассматривается как первые два вката ее линии. Поэтому, так же, как в алгоритме Цуфмаса, мне нужно дальше просто посортировать список вот этих вот пар. Да, нужно посортировать массив пар. Это можно сделать сортировкой подсчетом за линейное время, потому что, ну, за линейный от размера массива, потому что все классы эквивалентности всегда не больше, чем количество ксорирований, не больше, чем 2n. Значит, можно там просто по корзиночкам все разбить, да, и, ну, сортировка подсчетом обычная за линейное время. Вот. И тем самым я теперь знаю, как соотносятся любые два ксорирования, если они рассматриваются как строки длины 2 в k плюс 1. Да, я сравниваю сначала первые кусочки по старым классам эквивалентности, потом вторые по вот этим вот другим классам эквивалентности, тоже с прошлого шага, но которые у меня вот так легко насчитываются. Все. Дальше я, получается, ну, переставляю их в соответствии с сортировкой пар, пересчитываю опять класс эквивалентности. Ну, если я знаю, какая пара соответствует каждому TOG, то я, соответственно, знаю, как меняется класс эквивалентности. Да, что там 0,0,0 сначала, много одинаковых пар, потом пара меняется, это, соответственно, много раз будет единичка и так далее, и так далее. Вот. И все, в самом конце у меня получится полная лекс-сортировка всех возможных ксорирований, и нужно просто вывести нулевой элемент в этой сортировке. Асимптотика будет такая же, как в Суфмасе. Ну, я напишу так, n log n, n большое, log n большое, где n – это, ну, собственно, длина входа, то есть 2n. Вот, значит, если что-то было непонятно, да, все эти отсылки к суффиксному массиву были непонятны, то, ну, большая рекомендация, на досуге изучите, как работает алгоритм суффиксного массива, как он работает, там можно где угодно это найти, описание алгоритма, хоть на том же Emacs, хоть на CodeForces. Довольно простой алгоритм, мы здесь его просто, по сути, приспосабливаем для нашей задачи. Значит, чтобы понять, как это работает, надо сначала более простой алгоритм выучить. Если вам было непонятно, то, пожалуйста, прошу сначала тогда Суфмас изучить, если хотите дорешать эту задачку. Вопросы? Есть ли вопросы? Ну, по крайней мере, у нас здесь в офисе нет вопросов. Угу. Ладненько, тогда переходим к последней. Задача. Ж, кажется. Ж. Задача была следующая. У нас было дерево на n-вершинах. Все ребра имели вес 1. Все ребра веса 1. Дальше. Какие-то вершины были отмечены базами. И у этих баз высота нулевая. Вот есть базы. У них высота h равна нулю. Дальше для всех остальных вершин, не базовых вершин, высота их определяется как расстояние до ближайшей, ну, то есть, по сути, минимальное расстояние до какой-либо базы. Значит, ну, давайте какой-нибудь пример нарисую. Так, что-нибудь вот такое хочу сделать. Ну вот, например, так. Значит, у меня вот эти вот были 4 базы на высоте 0. Так, у меня это не дерево, да, еще? Надо как-то соединить. Ну, вот так, например. Да, теперь вроде бы дерево. Базы на высоте 0. Дальше все их соседи на высоте 1. Все их соседи, которые еще не подписаны, высоты 2. Все их соседи высоты 3 и так далее. То есть, по сути, можно запустить такой BFS из всех баз, да, все базы положить в очередь, сказать, что у них высота 0. Дальше по одной вытаскивать, рассматривать всех соседей, проставлять у них высоту на единичку больше и добавлять в очередь. Да, таким BFS можно проставить все высоты. Так, это высоты всех вершин.
Дальше. Как может двигаться лыжник? Он начинает в произвольной вершинке И. Для каждой И нужно решить задачу. Он начинает в вершинке И с какой-то энергией 0. Дальше он на каждом шаге может сделать одно из двух действий. Либо скатиться в вершину меньшей высоты, что HIT больше HGT, и при этом увеличить свою энергию на единицу, плюс-плюс Е сделать. Либо он может прокатиться по, в общем, в вершину той же высоты, HI равно HG, в этом случае он теряет одну единичку энергии, минус-минус Е происходит. И нам нужно для каждого И определить максимально возможную длину пути, которую лыжник может вот так вот прокатиться, спускаясь вниз или оставаясь на той же высоте, чтобы при этом его энергия никогда не была отрицательной. То есть она изначально 0, там он может сначала спуститься несколько раз, увеличив энергию, потом там покатавшись как-то на одной высоте, потом опять спустившись, покатавшись и так далее. Нам нужно максимизировать число, в общем, действий, которые он совершает. Итак, для каждого И нужно было узнать вот это максимальное число действий, которые можно сделать. При этом N там было типа 10 в пятой или даже больше. 2 на 10 в пятой. Окей. Значит, первое замечание такое. Как вообще выглядит оптимальный маршрут? Как выглядит оптимальный маршрут лыжника? Лыжника, который начинает в позиции И. Вот он начал в вершинке И. Я утверждаю, что его маршрут обязательно выглядит следующим образом. Он сначала в течение нескольких шагов добирается до некоторой вершинки G. Затем петляет туда-сюда между G и каким-то его соседом на той же высоте. То есть там, ну скажем, много раз вот так дергается, да, G-сосед и так далее, тратя энергию. И потом скатывается в вершину высоты 0, скатывается на базу. То есть утверждение, которое я формулирую, такое. Если наш лыжник проходит какое-то ребро больше, чем один раз, да, то есть, ну вот скажем, в нашем случае он вот это ребро проходит туда-сюда несколько раз, влево-вправо, влево-вправо, влево, вот так вот дергается на одном ребре. Тогда я утверждаю, что такое ребро максимум одно. То есть нет смысла дергаться на нескольких разных ребрах. Значит, это несложно показать. Действительно, пусть он дергается на двух каких-то ребрах. То есть он сначала куда-то спустился, подергался вот здесь несколько раз, потом дальше спустился, подергался здесь несколько раз, потом спустился и так далее, что-то делает. Но тогда, извините, давайте просто вместо того, чтобы дергаться здесь, мы все вот эти вот шаги перенесем сюда. Да, то есть если, скажем, здесь мы подвинулись там раз, два, три, то, соответственно, два из них мы можем перенести вот сюда без потери, собственно, пути. И это нам не сделает хуже, да, потому что если мы здесь могли сделать вот этот вот, извините за такое слово, повтор, да, повтор вот этого ребра, если мы можем делать, тогда мы сможем эти же самые повторы сделать вот здесь, потому что энергия как бы у меня здесь какая-то запаслась, да, у меня были там две лишние единицы энергии, которые позволили мне делать повтор. Тогда я их как бы сохраняю, не трачу, и буду тратить только вот на повторы здесь. То есть я, по сути, переношу просто сохранившую энергию на какой-то более поздний момент. Значит, алгоритм оптимальный всегда такой. Как-то спускаемся, ну, добираемся до некоторой вершины, потом повторяем какое-то ребро несколько раз, ну, а потом уже спускаемся просто до базы, до вершины степени 0. Pardon, до вершины высоты 0. Вот это всегда оптимальный, значит, наш маршрут. Окей. Давайте, значит, это будет HIT, это будет HGT. Тогда давайте поймем, какая у нас будет, какая длина этого пути. То есть если мы фиксировали и начальную вершину, и фиксировали вершину G, из которой мы начинаем делать вот эти повторы, да, многократные, там, туда-сюда ходить по одному ребру, тогда какая длина будет нашего пути? Ну, сначала смотрите, нам нужно добраться от и-той вершины до житой. Так, один момент. Да, на самом деле я утверждаю следующее, что если мы фиксировали и G, начальную вершину и вершину, от которой мы начинаем делать повторы, то длина обязательно будет ровно вот такая. 2HI минус HG. 2HI минус HG. Ну, примерно по следующей причине, что давайте посмотрим на то количество энергии, которое мы как бы теряем и не применяем на что-то полезное. Это количество энергии, которое мы теряем, равно на самом деле в точности HG, потому что когда мы вот в какой-то момент доходим до этой вершинки на той же высоте, что и G, и потом мы просто спускаемся вниз, да, соответственно, мы вот всю эту энергию, которую копим по этому пути, мы теряем. То есть мы ее увеличиваем,
Но потом в конце доходим до решенной степени 0, и нам некуда эту энергию девать. То есть мы ее, по сути, тратим в пустоту. А могли бы на какие-то повторы, на хождение по одному ребру туда-сюда. Да? То есть тратить на какое-то нахождение на одной и той же высоте несколько раз. Вот. Ну и, соответственно, тогда вот столько энергии я потерял, да, а вообще сколько энергии я получил? Ну, я получил ровно HI энергии, потому что изначально было 0. Я сделал ровно HI-то спусков вниз, поэтому, получается, я получил столько энергии. Всего столько энергии получил. Если я получил HI-то энергии, значит, я сделал HI-то спусков, и еще я могу HI-то раз ходить туда-сюда, то есть оставаться на той же высоте. Поэтому в случае, если бы я вообще не терял энергии, то у меня была бы вот такая длина пути, 2 HI. Но поскольку я столько энергии теряю, HI теряю, то как раз тогда длина пути будет 2 HI минус HI. То есть максимальное количество минус то количество энергии, которое я, ну, по сути, не прикладываю на что-то полезное. Вот. В итоге задача сводится к такой. Для каждого i найти вершину g такую, что, во-первых, hg минимально возможно, так, чтобы потратить впустую как можно меньше энергии. Во-вторых, уже есть сосед на той же высоте. Уже есть сосед с той же высотой. То есть, что можно делать вот это вот петляние туда-обратно с той же высотой. И, наконец, третье. Из i можно попасть в g. Можно спуститься в g. Вот такие три требования. Значит, для каждого i нужно найти вот это самое минимально возможное значение hg. Окей. Значит, мы переформулируем задачу в терминах каких-то путей на графе, на самом деле. Так, хорошо. Тогда давайте рассмотрим такую идею. Вообще, как бы цель доказать следующее. Цель, что различных значений... Момент. Я давайте для удобства назову вершину хорошей. Назову вершину хорошей. Если у нее есть сосед с той же высотой. Да, ну вот смотрите, вот это второе условие, это что обязательно g это хорошее. Не нужно, чтобы уже был хороший сосед. Так вот, цель моя такая. Доказать, что различных значений h от g, где g это хорошая вершина, их на самом деле будет o от корня из n. То есть основная мысль в этой задаче, одного из решений, по крайней мере, такая, что если мы рассматриваем все хорошие вершины, те, у которых есть сосед на той же высоте, то различных высот у этих хороших вершин, их максимум корень. И вот если это так, тогда у нас будет решение за n корней. Мы перебираем все значения hg, да, мы знаем, что в возможных различных значениях всего корень, поэтому будет o от корня, у меня будет o от корня операций. И для каждого фиксированного hg я проверяю, существует ли хотя бы одна вершина на такой высоте, что она хорошая, и из i есть путь в g. Поэтому там потом будет алгоритм за n карниза. Итак, значит, еще раз. Хорошая вершина – это такая, у которой есть сосед той же высоты, hg, и у нее есть какой-то сосед ровно такой же высоты, hg-t. И мы хотим доказать, что различные значения hg – их корень по всем хорошим вершинам. Вот. Ну, это можно доказать, например, так, что пусть g большое – это множество всех хороших вершин, тогда достаточно показать, что сумма hg по всем g из g – это o от n. Потому что если сумма всех высот – это o от n, то различных значений в этой сумме может быть максимум корень. Потому что если, скажем, больше, чем корень, то минимально возможное значение этой суммы – это 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и так далее. То есть у меня есть много чисел, целых, они все попарно различны. Тогда какая у них может быть минимально возможная сумма? 1 плюс 2 плюс 3 плюс и так далее, плюс количество различных. Там, плюс корень из n, плюс что-то. Но понятно, что если мы сложим первый корень из n чисел, то мы получим примерно n. Там с n примерно n пополам, но неважно. Да? То есть это просто по формуле, что 1 плюс и так далее плюс k равно k на k плюс n пополам. То есть сумма первых k чисел растет квадратично по k.
И это значит, что если бы у меня было различных чисел вот в этой сумме, различных слагаемых, больше, чем корень, больше, чем, видимо, два корня из n, тогда у меня бы сумма не могла быть не больше, чем n. Отсюда следует, да, что от противного мы получили, что, наоборот, различных немного. Вот. Ну, давайте я этот кусочек докажу в конце, потому что это, ну, такой плюс-минус математический момент, да, в который можно было бы поверить и не доказывать на контесте. Вот, он немножко муторный, но ничего, вернемся к нему. Итак, значит, вот пусть мы доказали, что различных хороших высот их всего корень. Ну, тогда задача становится такой. Значит, мы перебираем значение какое-то h равно hg, то есть мы фиксируем h большое. Мы знаем, что различных таких значений всего корень, различных значений корень из n. Дальше. Ну вот, давайте мы нарисуем все хорошие вершины на высоте h большое. Хорошие вершины высоты h большое. Тогда что нужно сделать? Мне нужно определить те вершины i, из которых можно попасть хотя бы в одну из них. Да, и тогда нужно обновить для них вот эту вот минимальную энергию, которую мы тратим впустую, через h большое. То есть для всех i, из которых можно попасть в одну из них, да, в вершины вот эти вот хорошие, да, хорошие вершины высоты h, то есть можно попасть, тогда для вершины i нужно сохранить. Ага, есть путь, который теряет впустую всего h энергии. Теряет впустую h энергии. Ну и, соответственно, по всем h, да, если я для каждого i найду минимально возможное такое h, что есть какой-то путь в хорошую вершину высоты h, то я, соответственно, для каждого i найду ответ. Вот. Остается за линейное время как-то решить такую задачу, что есть у меня слой множества хороших вершин высоты h, и мне нужно для всех остальных вершин определить, можно ли добраться хотя бы в одну из них. Так, ну что, можно решать эту задачу следующим образом. Значит, давайте мы построим такой слоистый граф, что вот здесь у меня будут все вершины высоты h, ну, хорошие вершины, да, хорошие вершины высоты h. Дальше будут все вершины высоты h плюс 1, все вершины высоты h плюс 2 и так далее. Тогда, как выглядит путь, как может выглядеть путь из, там, от произвольной вершинки? Да, ну, он изначально имеет энергию 0, поэтому ему необходимо скатиться. Потом он, скажем, может куда-то сюда походить в том же слое, потом опять спуститься куда-то в слой хороших вершин. Значит, можно сделать так. Давайте ребра внутри каждого слоя мы назначим им вес единица, а ребра между слоями будут весом минус один. Ну и понятно, что ребер между там не соседними слоями быть не может, потому что тогда высота неправильно определена. Что если это h, h плюс 2, тогда вот отсюда есть там высота, на самом деле, должна быть h плюс 1. Поэтому ребра есть только между соседними слоями. Вот давайте я у них назначу вес минус 1. Тогда, по сути, что мне нужно? Мне нужно для каждой вершинки и определить, можно ли попасть в вот этот последний слой, так, чтобы вот я пока иду по ребрам, вес всегда был, видимо, неположительный. А вес на пути должен быть неположительным. Ну, и там можно было бы поменять местами 1 и минус 1, тогда он должен быть неотрицательным. Да, то есть еще раз, вот и я сначала должен, то есть вот это вот значение веса пути, это как бы минус, сколько энергии у меня есть в запасе. Потому что, вот скажем, я сначала спускаюсь, у меня будет вес минус 1, то есть у меня есть 1 единичка энергии в запасе. Потом, если бы я еще раз спустился, у меня было бы 2 единички энергии в запасе. И потом я могу катиться по вершинам той же высоты, теряя при этом 1 единичку. Да? Я как бы добавляю 1 к весу, при этом уменьшаю 1 из энергии. Ну и, соответственно, вот такое требование, да, что должен быть путь от i до вот этого последнего слоя, чтобы вес на пути всегда не положительный. Да, можно эту задачу решить так. Давайте я для каждой вершины v определю какой-нибудь там rv. Это какое минимальное количество энергии необходимо, чтобы из v добраться до какой-то хорошей вершины на высоте h. Минимальный запас энергии в начале. Чтобы попасть вот сюда вот.
Вот, а дальше это решается чем-то типа BFS, значит, здесь везде R равно нулю, да, вот в этом слое мы уже сюда попали, R равно нулю. Дальше, те вершины, которые имеют хотя бы одно ребро в этот уровень, имеют R равно минус единице, да, что можно как бы прийти сюда с энергией минус один, и тогда я эту единичку энергии сейчас как бы наберу и попаду в хорошую вершину, да, то есть что, ну, энергия не может минус двойка, потому что он тогда в конце будет отрицать, но вот может сделать минус один. А все остальные, вот дальше нужно в этом слое запустить какой-то BFS. Типа, что вот это вот вершинки такого-то веса. Дальше, если у меня есть какой-то сосед, то у этого будет R равно нулю. То есть, если у него запас энергии 0. Так, момент. Сейчас, одну секунду, соображу. Не 0, да, скорее. Нужен запас энергии 1, наверное. Это я глупо сказал. Да, пардон, значит, здесь запас энергии должен быть 0, да, извините, отрицательная энергия не может быть. Так вот, значит, для этих запас энергии 0, а для их соседей запас энергии 1, потому что, чтобы попасть в последний уровень, нужно сначала перейти в соседа, потом из него потратить, ну, потом из него получить одну единичку и попасть сюда. Вот, то есть нужно сделать BFS вот в этой компоненте. Потом опять поднимаемся в предыдущий слой, уменьшая R на 1. То есть если, скажем, здесь была R равно единичке требования, то здесь достаточно иметь R равно 0. Да, уменьшаемся R на единичку, не выходя за отрицательное значение. А дальше опять BFS по этому слою, пытаясь найти, ну, минимально возможное, близкое вот это значение R. Сколько энергии нужно вначале, чтобы попасть в какую-то ячейку, чтобы из которой потом можно добраться до нижнего слоя. Вот. И все элементы I, у которых R it равно нулю, это как раз те вершины, из которых можно стартовать и добраться сразу до последнего слоя. Все, то есть мне нужно идти вот так вот снизу вверх по моему графу, по моим слоям, пускать в каждом слое BFS, и тем самым я для каждой вершины знаю минимально возможный необходимый запас энергии в начале, чтобы попасть в хорошую вершину. Все, и для тех из них, для которых 0, значит, я могу попасть в хорошую вершину на высоте H. И так делаю независимо для всех H, для всех возможных, ну да, значений высоты хорошей вершинки H большой. Вот, асимптотика будет n корней из n, потому что вот столько у меня итераций, да, h большое принимает корень из n значений, и каждая итерация работает за линейное время, потому что у меня есть несколько слоев, на каждом слое BFS работает за, по сути, размер этого слоя, сумма размеров слоев линейная, потому что это, ну, просто количество вершин в дереве. Вот. Так, ну, тогда вот у меня остался долг, как доказать, что сумма высот всех хороших вершин у меня линейная. Ну, давайте я буквально два слова скажу, потому что времени много не остается. Значит, давайте я сделаю так. Давайте вместо того, чтобы... Ну, во-первых, можно говорить, что вместо того, чтобы складывать высоты всех хороших вершин, можно складывать высоты всех хороших ребер. Значит, ребро назову хорошим, если его концы имеют одну и ту же высоту. HU равно HV. Вот. Ну, понятно, что там вершины от ребер особо не отличаются в дереве, их количество примерно одинаковое. Там максимум в два раза может отличаться эти суммы. Так вот, давайте делать примерно следующее. Идти просто по нашим ребрам, и вот, скажем, возьмем ребро, самое хорошее ребро с самой максимальной высотой, что HU равно HV и максимально возможно. Тогда что это значит? Что если это HU и HV, у них одинаковые высоты, то это значит, что есть вот такие два непересекающиеся пути, до вершин высоты 0, то есть до баз. Тут высота 0, 1, 2, 3 и так далее, h. 0, 1, 2, 3 и так далее, h. Вот. И давайте возьмем, покрасим эти пути, закрасим их целиком. Дальше переходим к следующему ребру, какому-то хорошему. Вот если оно, скажем, какое-то опять такое, то мы просто берем вот эти два непересекающихся пути и целиком их закрашиваем. Какие могут быть проблемы? Проблема, например, может быть такая, что следующее хорошее ребро, которое я вижу, у него один из путей вот этот вот частично уже закрашен. То есть вот этот путь, скажем, закрашен. Ну, тогда ничего страшного, я просто беру и крашу только второй из них. И, наконец, самый плохой случай, это когда я соединяю, то есть нахожу хорошее ребро, и оба эти пути закрашены. Оба эти пути закрашены. Но тогда можно на самом деле заметить, что вот такие вот ребра, которые не целиком красят что-то, они уменьшают число компонент связности вот в этом вот покрашенном графе, вот в этом красном графе, который я рисую. Да? Ну, давайте это ребро тоже, вот эту перемычку тоже красить в красный. Потому что, еще раз, вот если я добавляю вот такое красное ребро, добавляю хорошее ребро, такое, что и этот путь уже покрашен, и этот уже покрашен,
то на самом деле я уменьшаю число компонент связанности за счет вот этой хорды, да, за счет вот этого ребра. Я уменьшаю число компонент связанности. Поэтому можно доказать примерно следующее утверждение, что количество покрашенных вершин, оно будет всегда больше либо равно, чем, ну, я давайте вот так напишу, h1 плюс и так далее, hk плюс a умножить на hk, где h1 больше 0 и так далее, больше 0, чем hk, это высоты хороших ребер, которые просмотрены, высоты хороших ребер, а a это количество компонент связанности, в графе покрашенных вершин, в покрашенном графе, То есть тогда идея такая, что если у вас приходит целиком вот такой независимый кусочек, да, который добавляет новую компоненту связанности, а, то ну, мы на самом деле увеличиваем число покрашенных вершин на удвоенную высоту этого ребра, да, то есть сюда добавится h, и сюда добавится h, все будет хорошо. Если у меня не меняется число компонент связанности, то есть ребро вот так присоединяется, то тогда у меня а не меняется, ну, и добавляется только один из двух путей, вот этот путь, тогда как раз просто вот эта сумма увеличится одним слагаемым. И последний случай, когда у меня стягиваются две компоненты связанности, у меня ни одна вершина не красится, но я могу это компенсировать тем, что у меня а на единичку уменьшается, я могу одну из h катер перенести в сумму вот сюда вот. И от этого у меня тоже неравенство сохранится таким, как надо. Вот. Значит, в итоге я получу примерно следующее, что в конце, когда я вот так вот крашу, у меня получится, что количество покрашенных вершинок будет больше либо равно, чем сумма высот всех хороших ребер плюс еще что-то. А это как раз означает, что поскольку каждая вершина покрашена максимум один раз, да, что n больше либо равно, чем сумма высот всех хороших ребер. Это ровно и мы хотели доказать. А если n не больше, чем сумма высот, значит различных высот у меня корень из этого. Вот. Но это было такое одно из возможных доказательств того, что сумма она линейная по размеру вершин, по числу вершин.